зовут Панкин Павел, и в этом курсе я расскажу вам о нейросетях. А именно, о том, что такое нейросети, из чего они состоят и как они обучаются. Также, что такое глубокие нейросети и чем они отличаются от обычных и от классического машинного обучения. Кроме того, мы поговорим о том, что такое сверточные и рекуррентные нейросети, чем они отличаются друг от друга и где их можно применить не только в жизни, но и в бизнесе. А также рассмотрим вопрос того, в чем проблема применения глубоких нейросетей, сколько вам понадобится данных и вычислительных мощностей.